Никита! Никита, выходи, стихи почитай. Он сейчас специально для вас написал стихи. Вот экспромтом. Талантливые люди во всем таланте. Вот, только, только. Ему микрофон даже не нужен. Это экспромт, вот только что вообще. Потом, если нужно будет повторить куда-нибудь тет-а-тет с великим русским могучим, можно с ним, а без него так звучит. Я скажу без мата, но от сердца вслух, ух, как здесь крылато, мне по кайфу, ух, дух свободы дышит. Кто к нему не глух, тот слушает и слышит. Ух!